Ну, теперь, наверное, будет более такой демократичный отдых по ценам. За границей, наверное, в этом году отдохнет без нас. Ну, уже будем осваивать местные курорты. Если в прошлом году можно было поехать за 1007 на море, то и в этом году надо 12, чтобы поехать. Нужно собрать еще. Финансово не знаю как. Получится или нет. В Турцию уже никак не поедешь. Очень дорого. Поэтому, ну, в Крым точно ехать не будем. Я пенсионерка. Пенсия 1200. Какой отдых? Хотя бы прокормиться и пролечиться. А раньше была возможность, когда дешевле были цены? Ну, более-менее была. Хотя бы даже наши славянские турбазы. А теперь туда не поедешь из-за боязни за минирование, ну и, соответственно, из-за отсутствия денег. Ну, планировать будем, соответственно, с финансами, поступлением финансов, все остальное. На данный момент нет, потому что я без отпуска этим летом. Поэтому в этом году вряд ли. Судя по вообще финансовая разница во всех вопросах жизненных, я думаю, что это тоже этой сферы коснется обязательно. Будет ли это на первом плане, мы пока еще не решили. Но отдых нужен однозначно, потому что здоровье одно, жизнь одна. И в любом случае это ценное и хорошее вложение – заботиться о своем здоровье.